Ребята, всем огромный привет! Приветствую всех на моем канале Паритор RC. И сегодня мы продолжаем строить Mustang Shelby GT500. Да, ребят, в этом наборе мы получаем опять 999 рублей цена журналов. Журнал у нас 4, 5, 6. И в этих журналах мы с вами получаем сборку. Сборка, кстати, будет очень небольшая от слова вообще. То есть, если первый журнал был какой-то... Первый, точнее, набор журналов был прям огромный. Мы там собирали и переднюю часть, и колесо, и это занимало какое-то время, то вот, допустим, вот эти журналы собираются очень быстро, там у нас с вами сиденье, небольшое сиденье в решеточку и выхлопные трубы. Так вот, четвертый журнал, все стандартно, они очень тоненькие, написано немного об истории производства Shelby GT350, то есть я так понимаю, с чего начиналось, и сразу же следующая страничка у нас с вами появляется капот. Добавим капот в кадр, вот такой вот красивый синий с белыми вот этими двумя полосками и воздухозаборники. Ну, смотрится очень прикольно и очень копейно, я не спорю. Дополнительные противотуманные фары, решеточка и значок здесь есть Shelby. Ну, прикольно смотрится на самом деле. Исполнение, производство, вкручивание очень легенькое, спокойное, нормальное. То есть здесь, слава богу, может разобраться и даже, скажу, ребенок. На этом журнал заканчивается. Легендарные кабриолеты. Вот, и это у нас с вами журнал 4. То есть, в принципе, ничего сложного. И я бы так сказал, даже ничего особенного в этом журнале мы не произведем и не сделаем. Хотя, с другой стороны, вот эта вот часть, которая у нас с вами появляется, смотрится очень даже копией. То есть, здесь у нас с вами добавляется противотуманки. Вот такая вот решеточка и значок Shelby. Прикольно, очень прикольно и красиво смотрится. Давайте дальше продолжим. В пятом журнале также немного истории. Это тоже очень хорошо. И здесь мы собираем сборку спинки левого складного сиденья. Так все это выглядит. То есть делается все очень просто. Три вот эти части соединяются и соединяются четырьмя болтами. Все, делается все тоже очень просто. И в принципе сделается все это очень хорошо, плотненько и копейно. И вот здесь мне очень понравилось это вот это мексиканские гонки Баха 1000. Любители настоящих шорт-корсов будет прикольно об этом почитать, ознакомиться. И вот он, Toyo Tyrus. Такая тачка была у Тима США именно в таком кузове. Вообще классно. Вот прям смотрится. Если бы будет шорт-корс от Диагостини, если вы как-то порекомендуете... И это видео вылезет в топ. Большая просьба поставить пальчик вверх, написать комментарий, если вам нравятся шорткорсы. И будет тогда прикольно, если это появится. И шестой номер у нас с вами также гласит о Кобре 289 62 года. И мы здесь с вами сделаем выпускные выхлопные трубы. Давайте по-русски это все называть. То есть выхлоп это делается. Делается все очень просто. Здесь вот нужно только немножко погадать с вот такими вот выступлением, потому что сборка, смотрите, какая происходит. И в итоге у вас получаются вот такие вот пластиковые трубы с такими вот выходами, выхлопными газами, что тоже смотрится очень прикольно. И выглядит все это будет выхлоп вот так. Здесь внизу написано, вот такая нижняя часть будет, вот такой вот мотор, коробка крепления передач и выхлоп. И Bullet GT390, вот такой вот он тоже был, немножко истории. Это тоже классно смотрится. Ну, тут посерединке стали они включать, я так это называю, сборку. И вот здесь еще есть продолжение журнала. Стив Маквин, не только кино. И, как и всегда, он на самом конце, то есть эксклюзивные подарки для подписчиков. Ну, что, ребят, можно сказать? В следующем выпуске, кстати, вот история. И опять мы получим сборку колеса. Прикольно. И вот брендированная бейсболка, подарок 4, 10-я посылка, осталось 8 посылок, и у нас с вами будет кепка от Shelby. Теперь у нас в наборе вот такие части, то есть я говорил, передняя решеточка с передним бампером, дальше у нас верхняя часть мотора, колесо
со значком Shelby вот такой вот есть в сборе со ступицы, я так понимаю, капот, откиданный спинка сиденья кресла и вот такой вот выхлоп. За две части, в принципе, неплохо. Собирается, вторая часть собиралась очень даже хорошо, я рад. Поэтому, ребят, если данное видео вам интересно и вы хотите вместе со мной собирать, продолжать Мустанга, то давайте обязательно, ну, нужно всего лишь малость, это подписаться на мой канал, поставить лайк данному видео и ждать новых видео. Спасибо, ребят, вам за просмотры и то, что вы поддерживаете мой канал. Спасибо, ребят, пока-пока.